Конечно. Но долго жди, там она будет сидеть. Гостям. А он там, короче, с Урал Машей сидят. Я видел чувака на кассе с Екатеринбурга приехал. Так и Урал Маш — это район Екатеринбурга. Ну и уральские машины это. Так мы шли здесь, вон сколько машин я увидела с 96-м регионом. И со 174-м, а это Челябинск. Береза играет сейчас первый раз против Урала. Он раньше за нее, ну, за Урал играл. Да? Да. Сейчас против играет. Купили его, что ли? Или он сам продался? Перешел из Урала в Краснодар. Почему продался? Это нормальное явление, игроки переходят из одного клуба в другой. Ну, я имею в виду, он сам? Он как свободный агент. То есть он выкупил себя у Урала, и его купил Краснодар. Там даже дети кричат: «Краснодар, Краснодар». Мы как челябинские гопники семки грызем, тут сидим на картах. У меня закончились, да. Давай. Тут не как челябинские гопники. Ну да, то как нормальный человек сижу, снимаю этот репортаж. Прямой? Да. Нам еще балтики дроги не хватает. Или уральский мастер, есть пиво такое. Самое дешевое пиво. Ну, типа Балтики тройки. У нас Новорос, Майкопская. Ходыжи. Ну да, 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 Ходыжи. Я застыла где-то там на углу. Холодно, блин, капец. Не знаю, я не замерзла. Я замерзла уже, дождик еще. У меня еще рука трясется. Помашите маме ручкой. Где Света? Да это видео. Блин, батарея разряжена, все. Ну, пока 1-0, батарея садится, так что я... Отключаю. Пожалуй, отключаюсь, да. Включайте Матч ТВ. Да, трансляция онлайн, да. Надо было, кстати, в интернет сразу транслировать.